лежи. Теперь снимай. Что? А я тебя. Снял? Да. Давай еще. Давай. Смотри. Получилось? Ну-ка, давай. Можешь так, чтобы деда было побольше, а вот этого поменьше. Ну, давай меня. Да, фотик держи крепко, да? Не торопимся. Давай. Можешь еще кадрик сделать, еще один. Ну, давай посмотрим. Ты, главное, не торопись, Никита. О, смотри, как смешно получилось. Видишь, очень много воздушного пространства вокруг, а меня мало. Можно было чуть-чуть вниз камеру, следующий кадр. О, вот это хороший, смотри, тоже, да? Молодец. И ты ее криво держал немножко, да? Ну, вот красивый кадр, да? Молодец. Ну, давай, еще что еще хочешь поснимать? Меня еще? Давай. Как мне надо встать или сесть? Расскажи. Не торопись. Фотограф не торопится никогда. Молодец. Иди потихонечку, бегать не надо. Да, давай, ходим, посмотрим. Иди, посмотрим. А, как хорошо меня снял. Смотри, это я. Да? Видишь, молодец. Это еще. Вот так, снимай. Не торопись. Щелкай потихонечку. Вот, молодец. Ты настоящий фотограф. Не торопись, не бегай, да. Держи вот двумя руками. Ай, молодчик, да, господи. Да, посмотрим. Ой, видишь, как много фотографа. Вот так вот бери, да, держи. И сними вот отсюда где-нибудь вблизи. Вот так вот, близко. Вот с этой стороны встань, да, и снимай. Давай, вот так, все, больше не надо. Да. И снимай для меня. Вот. Наведи на лицо, чтобы вот так вот портрет. Чего хочешь снимать? Давай, пойдем посмотрим. Что? Главное фотографа – это сначала придумать, что снимаешь. И держи фотик крепко, да? Молодец, давай. Что ты снимаешь сейчас? Расскажи мне. Вон тот туннель, да? Да, это называется арка генерального штаба. Ну-ка, давай прицелься на нее хорошенько. Не торопись. Ты не щелкай сразу, ты прицелься, а потом щелкни. Давай, не торопись. Ну-ка, давай. Арку генерального штаба снимем. Вон она какая красивая. Давай посмотрим, что у тебя получилось. О, Миша, красиво, да. Смотри, какой свет тут красивый, да? Да. Здорово, здорово, здорово. Молодец. Очень хороший ты фотограф. Или ты сам придумал. Держи. Держи фотик. Не можешь щелкать. Да куда ты на улице? Что здесь поснимаешь? Нет. Тихонечко. Не бегаем. Входим. Молодец. Давай. Еще. Что ты там придумал снимать? Давай, церковь снимай. Это собор. Исаакиевский собор, да. Ну-ка, давай. И, да, и еще несколько кадров сделай. Как тебе понравилось, не торопись. Да, вот так вот, молодец. Ну-ка, сфотографируй эту арку генерального штаба. Смотри туда. Мишка. Видно тебе? Да. Держи, открывай глаз-то. Глаз открывай. Не этот, другой глаз открывай. Вот, да, да. Ты видишь? Ну-ка. Арка генерального штаба. Давай, смотри туда. Держи, Мишка. Молодец. Ты отличный, отличный фотограф. Ты супермастер. Посмотрим фотки, какие получаются. Да. Вот, красиво? Вот фотка. Давай, нажимай сюда. Жми. И теперь посмотрим. Расскажи, что ты фотографируешь сейчас? Я цветы. Цветы фотографируешь. Вот они какие красивые. Сейчас мы посмотрим, давай. Вот цветочек, молодец. Очень красивые фотографии, Мишка. Молодец, и Миша. Давай, иди к шарикам, давай.
Ну-ка, Миш, наведи. Нет, ты только смотри, смотри в глазок, чтобы ты видел. Видишь шарики сейчас? Да. В глазке. И тогда щелкай. Сначала увидел, видишь? Вот, видишь, получились. Вот, ну-ка, давай дальше. Видишь, какие хорошие шарики? Ой, как красиво получилось. Ну, ты просто мастер. Мастер? Да. Да.